Итак, здравствуйте, с вами Black325 и Трой. И мы сегодня будем проходить последнюю, наверное, миссию в игре «Ходячие мертвецы». Давайте начнем. Наверное, последняя, поскольку мы уже спасли Клементину. И умер. И глав там осталось всего две. И за эти две главы, я, наверное, сегодня мы пройдем эти две главы. Все кончится. Кому стало жалко Кенни, ставьте минус. Кому стало ты дебил, жалко что ли? Бена, ставьте плюс. Я не знаю, мне лично Бена жалко было. Кена не знаю. Он, мне кажется, правильно поступил от Эрол. Я. А что, нельзя было его взять и убить? Ну просто из решетки. Да блин, у него вся семья погибла. У кого? У Кенни. Чё? Ну нафига? О, все тихо, все тихо. Да как они его тогда... Смотрел все, когда ты заканчивается серия. Не смотрел. Они притворяются ходячими. Угу. Они намазали себе. Чем? Сейчас пройдут. Чем намазали? Ну, кровью ходячих. И как ходячие идут. Главное не спалиться сейчас. Ты бы забоялся так идти? Очень. Я бы заорал. У тебя бы вот этого вообще спину. У них у всех такие морды. У одного вообще руки нет, вот этот вообще. О, она своих родителей увидела. Ее родители. Сейчас нас... Чтоб ты не заорала. Чё? Он отключился. Пять. Он каждый раз отключается. О, всё. Осталась последняя глава. Stay close to me. А чё он тут с рукой? Очень-очень странно. А чё сейчас произошло? Она затащила его? Чё произошло? Wake up! Please don't be dead! Please, no! Please! Он в зомбаря превращается. I'm so scared! I thought you left me! I saw my parents! Get to you, right? No. We got away. They're dead for sure. Сейчас пипец будет. Он уже синий. We have to get out of here as fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push through. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it. Ему хана. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. Конечно, one, хана, он уже синий. Two, его... Да ладно! Three. Конечно. Я не вру тебе. Нет. Конечно, у него одна рука. My arm is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. That's not true. Yes, it is. I'm sorry, Clementine. I'm supposed to take care of you. I can't now. I know. Да, вот мужиком. Вот мужиком, баба.
пацанкой будет. О! I think there might be a way out over there. Чё за чел? Good, good girl. Let's go. Чё он такой беспалевый сидит? Так сидит прям как живой. I'll help you. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. You couldn't have known. I should have told you. It was scary at the hotel. Yeah. Keep going. We're almost there. Вон дверь, бункер. Не знаю, вон там дверь на бункер. Get up, Lee. The door is right here. Ну, нет. I can't. You have to. Liam, I can't move. This is it for me here. Please, please try to get up. Нет. Нет. I can't. Да подними ты его. You gotta do something fast. Like what? You're gonna have to make sure I don't turn. You won't, though. Clem, I will. You know what you have to do. Shall I will be off? I can't. There's no way. Чего у меня так голос повысился? We'll figure it all out. Don't worry. Может, потому что она плачет? Умный. Так, что у нас? Стул. Стулом. Just place a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Сейчас мы будем ему башку хуять. И стулом. Use the bat to shatter that window, so you can reach in, okay? Okay. Да ладно. Watch out for broken glass. Я тебе не вру. Да он вроде там застыл. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all. А чё с ним? Он чё, выбраться не может? А он застрял там. Grab the chair. Use it to reach in to the lock. Ты понял, что ли? Open it. He's trapped. This will be easy then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. Он сесть на него. А, он застрял. Да ладно, ты только сейчас понял, что ли? Да я тебе не вру. Ну сон как в Майнкрафте начал. Наручники оденем на руку. Ну, такая. А на кого надевать? На него. Он может его убить. А, нет, на него. You have to handcuff the walker. You can kill it easy then. I don't know, Lee. You can do it. Just be careful. На него не надо, он уже... Jump away if he gets close. Отрезай. Ей. Нос отрезай. Да ему как-то пофиг. Ему даже наручники не надо. Он все равно сейчас ходит. Он сразу ходячим не станет. Ты можешь умереть. Бля. Такой беспалевный. Ты что делаешь?
What should I get first? Get the gun, Clem. Always the gun. Сейчас осторожно. Ё! Вот это опасненько. Get him! Get him! Get him! Get him! Я так не орал. Watch out! The bat, Clem! Get the bat! Что-то, блин, блядь. Что только творится. На, поебал. Рак ебаный. Мид проебал, сука. Из-за тебя. И этого также. Это уж надо застрелить, да? Не, не надо. Тогда все зомбари открыли. Он еще жив. Отлично, Клем, он еще жив. Бей его, бей. Это так весело, это так весело. Да, она шучила стрелять. My turn, honey. If I do, it won't be good. No, you can't. You can't do that. Waka waka flow. А где другие? Какие другие? Бабы и мужик. Так они куда-то ушли. Они разделились. Да ну. Да. Все, это финал. My parents. Еще его замочу. Мои родители. Это ужасно. А сейчас ты по-другому-то по-другому-то. Ну хорэ! Весь аним изнет. А затем... It's only one thing you can do. You know that. Ну ты достал! Ну тихо, давай, послушаем. You have to shoot me, honey. Please, no. It's okay. It's okay. Standing over Doc holding that gun. It was so hard. I'm sorry you're in that Кто position такой, да? Now. I'd give anything not to be. Okay. But you just have to point it at me. Че, дебил, что ли? Close your eyes and be thankful you never have to see me as one of them. Когда я стоял перед Доком, я убил. I know you can. Okay, Lee. I can do it. I can. Что-то она не плакала, когда своих родителей увидела. А Ли так сразу. Так родителей она недавно увидела. Вот это самое худшее детство в мире. Да ладно. Gonna wanna find some place like the motor inn, but that's just not safe. Why not? Those places are just targets. Move as much as you can. Sure. And also. Сбил, что ли? Да ты достал. Смотри, все, он превращается. Бей его. What is it? Эй, Мазила. Сейчас будем говорить, чуть повыше. Чуть повыше. Левее. Левее. И новую голову вставь.
Лишний кровавщик. Это скелет, это хардкор, только мой дед может заснуть. Ходячие мертвецы. Все кончилось. Да ладно. Я тебя не вру. О, чё, последняя глава. Вот. О. Отрезали ли руку? Чё такое лос темпер? Лос темпер? Не знаю. Pull out. This arm. Careless from Carter. Sherrington. Stupidly. Все, короче, мы прошли игру. Нажмите для продолжения. Подожди. Вы защитили его в аптеке. Вы рассказали ему свое прошлое. Вы убили его сына, чтобы ему не пришлось. Он попал в стаю ходячих, спасая Бэмби. Вы пытались накормить его в мотеле. Вы дали воды Даку. Она застрелилась из-за сына. Вы сказали ей, что это нормально убить Дака. Вы назвали... его расистом. Вы согласились убить его. Гарри умер в холодильнике на ферме. Холодильник? Вы назвали ее сумасшедшей, когда Лили украла фурган. Вы разделись. Вот то вы разделись. Вы заступили за Бена в Кроуфорде. Вы попросили Бена помочь вам найти. Бен разбился насмерть в аллее. Офигенно. Вы доверили ей свое прошлое. Вы спасли ее на какой ценой. Ее убила Лили. Вы защищали ее против обвинений. Вы встретились в худшие дни группы. Вы помогли ей забраться в поезд. Вы попросили их найти вас. Вы рассказали ей про укус. Вы были с ним, когда нашли своего брата. Какого брата? А, знаю, да. Кто ли брат? Пока. Кто? Он умер Кто? Он умер во время нападения на аптеку. Кто? Я откуда знаю. Вы помогли спасти его на ферме Хершелла. В Мэйкине вы заступили за него. Вы убили его, чтобы он не превратился. Вы позвали ему быть Робином. Быть Робином? А, Бэтмен и Робин. Он Робин? Atop the crags and cliffs, the air is thin. So we'll find a mountain path on down. Уже давно конец. Да я... Meet me where the snow melt flows. It is there, my dear, where we'll... Хоть бы вторая игра была. Again. Skip and stones. Braiding hair. Крутой музон. Last year's antlers mark the trail. Take us back, oh, take us back, oh, take us. Что с этим китайцем случилось? Судьба китайцев. Они как-то там живут, собирают. Остальные умерли. Бог создал людей, все остальное. Кто остальные? Все сдохли. When the higher hills have turned to blue, Lily, and the waves are lapping. Lily, которая Lily. Да. А вот роли озвучивали Ли, Эверетт, Бен, Сдох, Кейт, Сдох, Кейт,
Лиз сдохла. Бен, дебил! Бен Трэм. Голос из раса сдох, незнакомец сдох. Чего? Когда в 2002 году? Вы что, издеваетесь? Такая игра. А, вообще понятно. Мне вообще Бен жалко. А мне Кенни. А мне Бен. Кенни. Господи, Кенни прям. Да Бен, он тупой. Нет. Клементина не защитила. Да. В четвертом эпизоде в начале. И чё?